Вот, всем привет. Сегодня я установил новый распредвал. Помните, что у меня его провернуло звезду. Вот, и, соответственно, нужно проверить. Хотя мотор не запустился, да, провернуло стартером, грубо говоря. Я крутил стартером, провернуло шестерню распредвала посредством вращения стартера. Но надо проверить, накрылись клапана или нет. Для этого... Загнули с клапана или нет. Для этого сейчас включу пускозарядник. Я уже установил компрессометр. Будем смотреть, сколько накачало. Все понятно. Клапана выпускные загнуло. Поэтому придется опять снимать головку и менять клапана.